Всем привет, ребят. Ну что, у нас субботний ранний трешечок. Мы на аккаунте моего подписчика Дмитрия с ником Банана. И сегодня мы будем баянить, будем пробовать достать огнекрыла. У нас сегодня топовый базар. Топовые плюшки, топовые сумочки. Шанс самый максимальный на огнекрыла. И будем сейчас трешевать. Он находится в гильдии Lords of Power. Телеграм обязательный. Плюс 797, 794, 28, 781. Босса 22.00, 22.07. Атака фортов 20.00. Битва гильдии, атака фортов есть. Вторые, четвертые места. Ну, это рандомчик, как в последнее время бывает. Так, ну, видите, силы немало. Так, аккаунт, как вы поняли, донатный. Доната хватает. Причем нормально так доната. Не то, что у меня на моем нуба аккаунте. Так. Давайте посмотрим, что у него вообще есть. Ну, я думаю, что тут все есть. Шапка. Тыковка. Странно, что с берсом еще. При таком донате уже надо было бы поменять. Так. Имка, разруха, варлок. Ну, герои, думаю, все есть. Аккаунт, наверное, недавно создавался, потому что не все еще докачаны. А ну, без скинов тоже не вижу много. Так, отлично, отлично. Финка, биг. Да, скинов, как видите, особо много нет. Повелитель, убивашка, купидончик. Один, второй. Минус. Ну, сюда однозначно порочный пак надо будет ставить. Это он сделает так. Ну, в общем, все, что надо для игры, у него, как видите, есть. Некрос. Вот, пошли. Пошла жара. А ну, какая тыковка еще одна. Ремочная. В общем, неплохой аккаунт. Неплохой. Топовый. Так, окей. Ну что, поехали. Давайте еще посмотрим. Волны. Аж не прошел. Рано. А ну-ка, у него Фрея. То я что-то так мельком. Фрея есть. Балашная, правда. Ну, кошмарки, думаю, все пройдены. Да. Так. Ну что, окей, поехали. У нас сегодня несколько акций будет. Это будет у нас первое яички. Сейчас будем бить яички, ребята. Поехали. 76 попыток у нас достать огнекрыла. Самый крайний вариант — это будет у нас осколки. Так, золотой ключик, отлично. Мне сейчас понравится сейчас вот. Вот где рандом, вот это вот яйца, ребят. Потому что здесь все по-разному падает. Череп на каждом аккаунте. У меня, не буду спойлерить, конечно, но у меня совсем все по-другому упало. Видосик тоже будет. Но это просто жесть. Если вы хотите огнекрыла, можете участвовать в конкурсе. Ссылочка внизу есть. Еще один череп, понятно все. Там можете в конце месяца получить огнекрыла. Ну, конечно, победитель будет один. Не все. Так. Кристаллы. Просто жесть. Я в шоке. В шоке с этого рандома. Так, самики. Ронин.
Попыток, конечно, не особо много, но тут есть базар, который, в принципе, должен все перекрыть. Так, исцеление. Это уже, скажем так, как дополнительное исцеление. Ну, как-то слабовато падают герои. Единственный рандом от IGG. Это эта акция. Так. Ну, рандомчик. Это жесть, ребят. Просто жесть. Как фигово падает. Ну, в принципе, чего удивляться. Это яйца. Яйца у всех разные. Так. Значки. Герои вообще не падают. Не то, что вообще не сыпят. Бигфут, 75-я попытка. Ну, спасибо. Да. Весело, весело, весело. Поехали. Еще один шанс получить огнекрыло. Это сегодня у нас акция «Жаркое лето». Let's go. Покушаем немножко мороженка. Тут у нас две попытки, честно скажу, в этой акции. Даже не надейтесь на это все. Может, повезет, но это такая акция, где меньше всего шанс, что вам выпадет там топовый герой, потому что тут он выпадает раз в 30 попыток. Я бывало и по 240, и по 300 попыток сливал, и получается около 20 паков, только тогда он падал. Оно того, честно говоря, не стоит уже. Фрея. Ну, хоть что-то. Хоть что-то у нас. Ну, я надеюсь, пакты он посмотрит видосы, кому ставить. Есть хорошие герои, которым надо ту же самую Фрею. С БВшкой можно убрать, поставить, прокачать. Огнекрыл, Минотавр, Анубис тот же. То есть есть куча героев хороших. Тем более 5 штук у него есть. Так, ну что, только одна Фрея. Сундучок, тоже неплохо. Это первая награда наших ребят была сундук. Здесь в основном, кстати, падают сундуки. Фрэнки. А, все, это Фрэнки как награда был, по-моему, или нет? Не, наверное, нет. Там где-то на 14 попытке у нас должен быть сундук. Так как просто награда, упал нам Фрэнки. Очень нужный герой. Недостающий. Так, кристаллы.
Ну. Еще одна Фрея, вот так вот. Две Фреи. И еще сундук, то, о чем я вам говорил, ребят. Тесса. Ну, две Фреи. И две Тессы. Это, конечно, жесть. Да. Ну, сейчас будем трешивать. Сердцеедка. Если кому... Еще одна сердцеедка, X2, короче. Кому-то упадет с какой-то, с какого-то попытки кратной 30, напишите. Ну, я знаю, что здесь упадет не так просто и не так легко, как хотелось бы. Так, окей, с этой акцией мы закончили. Поехали, заберем плюшки. Посмотрим, что нам там с героя упало. Ну, упало не густо, я вам скажу так. Так, окей, забираем плюшки наши. Давайте так снизу начну. Хочу посмотреть героев. Предел, да? Ну, давайте, ладно. У меня максимальный склад. Так, получить все. Ну что? Ну, вот так вот. Две фреи, три сердцеедки, Бигфут. Некроса даже не выбили. Странно, странно, странно. Ну, окей, поехали дальше. Самое основное у нас сейчас будет здесь. Будем трешивать. Так, коробочки, сетики, отличненько все, рейки, так, сет Prime Room, использовать он, видимо, уже открывал одну, давайте открываем, и две, жесть просто, бастион, бастион, психощит, пятый, ну, отлично, хоть это порадовало, супер, так, 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 так. Надо это все пооткрывать. Оно нам немножко мешает. Места не хватает. Так, поехали. Бум-бум-бум-бум-бум. 15. Ну, такое себе за столько. 35 осколков. Хорошо. Поехали тут. Сразу вместимость склада, понял. Так, это сделаем вот так. И вот так. Так, на красу у него даже есть запасной. Так, расходники. Книг, как я вижу, у него особо много нет. А что ж у него так? Так, руны. Ковать, преобразовать, пятерки. Пятерки. Освобождаем немножко места. Отлично. Так,
Ну, поехали открыть 10. Грубая сила еще одна. Ну, поздравляю. В принципе, неплохо, неплохо. Еще и рунки достали. И для все для огнекрыла есть. Пятый сет психощита. Ну что, ребят, поехали. Самое-самое интересное. 55. Давай. 93. Бля, вот это, ребята, вот это нам фартануло жестко. 55 и 93. 150 осколков собрали. Бум. 225. Я в шоке просто. Ну, лаки, не выбили оттуда, но достали с осколков. И достали с осколков, блин, практически, ребят, практически 2. Офигеть. Просто офигеть. Все. Поздравляю, у тебя есть 2 огнекрыла. 2. 2 огнекрыла. Жесть. В общем, вот так вот, ребят. Собрали, с акции не достали, достали отсюда. Так. Просто мега удача. Мега. У него даже место есть. Даже есть место на это все дело. Блин, ну что, вот так вот бывает. Мега удача. Многие будут писать, вот он, донатный аккаунт, проплаченный. Нифига, ребят. Так, ну что, Дмитрий, поздравляю. Еще, блядь, жалко, не пятерка. Была бы пятерка, это было бы жестко. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайкосики. Всем пока.